Иши. Да. Какой-то гуль. Это, может, не настоящий? Я потом, может, куда-нибудь в середину тисну это видео. А может. Ну ты где, перец? Давай. Ну, короче, ты тут, где внизу лестница, да? Вот я вот это, как это, на костре прям пляшу. Ну, где лестница, да? Нет, там это мы туда же не, ну, там не, у меня ничего костер уже не открывали. Так ты подожди, ты на каком костре? На втором просто... костре. О, я вот до... Я добежал, кстати, там, где лестница. Просто добежал из-за... Нет, я... Уцепился. Блин, я управление забыл сейчас. Чёрт. Ну чё, перец, ты живой, не живой, тебя хер пойдёт. Пожалуйста, на зарядку подзарядку. А ты чё-то у меня тю-тю. На белый. Нет, вот так. А я успел, Серёг, добежать. Нет, мне придётся с ним махаться. У него нет личинок. Да я хер знает, настоящий он или не настоящий, он какой-то придурок. То ли поймать меня на репост пытается. Нет, личинки у него есть, он что-то другое не имеет. Может читер, может накастовался личилок. Потому что до этого он дернулся, а их не было. Бля, репосты не работают, бэкстабы не работают в мультиплеере. Да работает там всё. Не-не-не, у тебя анимация срабатывает, а он уходит. Это стопудовая фигня. Уже же не первый раз. Только думал, когда вдвоем играем, что это, ну, может, косяк кооператива как-то. Нет, что-то он какой-то... Либо он дебил совсем, либо это не настоящий перец. Я, короче, еще не вижу этого... О, слышу. Я не вижу, но слышу. Сейчас я, похоже, отгребу пилюлину. Черт, я еще очень не уверена. Это делаю, я забыл, как это ощутимо переехал по этим, по кнопкам, совсем забыл управление. Ну, он лечилки жрет и все. Ублюдок. Как вы надоели. Вот лучше бы совсем отнимали у обоих фласки и дрались бы чисто без фласков один на один. Я не помню, ты помнишь эту тему? Вернее, не знаю, помнишь ты эту тему или нет. Когда в Дарке в первом, когда ПВП, это было западло пить личинки. Вообще. Да, я помню. Между, причем, как... Видишь? Как фантомы, так и хозяева мира просто их не использовали. Да, так это правильно. Иначе можно до этого махать. А ну а потом, когда уже вот... причем это было заведено еще с PlayStation 3, а когда портировали на компьютер, многие же игроки с PlayStation 3 пересели на ПК, и это было продвинуто. Убил я этого пидора. Ну давай, беги тогда к этому. Беги, конечно, тогда к этому. А сейчас я у костра... Отхиляюсь. Ладно, я бегу вниз тогда. Давай, беги, потому что я тут это... Ну, я уже начал запись, поэтому я не буду ни здоровкаться, ничего. Нет, поскольку беги, этот... Не буду. Ничего не скажу. Никому. Никто не узнает, что тут происходит. Чё за стрип? Чё за игра? Нет, скажи, когда дойдёшь. Не скажу. Когда дойдёшь, постараюсь... Тихаря один идти. Да, бегу. Когда... Добежать-то нефиг. А чё, у тебя костер вниз открыт, а у меня нет? Да я же добежал только что. А, я понял. А чел-то к тебе пришел? Да, пришел, а я тут ветвь использовал и придуряюсь, отстаю. А, он видит, ясно. Все, я внизу, я возжег костер. Сейчас я здесь положу камень. Камешек. Все, прям у костра давай.
Сейчас мы еще и твоего замесим. Здороваться не буду. Скажешь, ну, когда готов будешь, Серега. Да я всегда готов. Все, уже призыв стоит. Запись у меня идет. Сейчас я. Вот. Так, стой, тише, тише, тише. Здравствуйте, дорогие подписчики, зрители наших каналов. С вами Моргас и Сергей. Здрасте. Да, я вот тут вот с фантомами пытаюсь ободаться. О, он мимо пробежал. Вот так вот, мразь. Ой. Леголаз, блядь. Пидорас какой. Что даба. Леголаз, иди сюда. Педалет. Бежал. А его травит или нет? Она его травит. Я же его поймал на репосте, кстати. Ну пускай там ходит. Его травит, нет? Должно, ну если еще и не травит. Ну это будет нонсенс, конечно. Что-то ты с прошлого стрима посвежел. А, кстати, ребят, да, давайте обратим внимание. Да, вот у нас такое начало неординарное. Вот. Я же использовал вот с помощью пилигрима свойства, когда он повышал уровень на халяву, типа. И вот у меня вот такая вот мордаха получилась, а без глаз, видите, вот я покоцанный хороший, весь. Да. Вот, Сергей радуется я, этому. У меня просто спрятано под маской такой же рожу. А ну я покажи. Не буду показывать, не буду. Что ты сегодня капризничаешь, а? Ну вот так вот. Так, кстати, мы здесь вот находимся в таком говнеце, так сказать. А, нет, я у тебя в мире более или менее терпимо выгляжу. Эге! Сюда. Здравствуй, друг мой, Колька. Ну куда же ты, юный Буратино? Буратинка. Ну ладно. Начинается вот это катание шариков туда-сюда. Эту локацию в одиночку еще не делал? Я ее прошел как. Ну как, понравилось? Да, она мне кровь из фиганца попила. А я тоже сейчас лук достану. Нихер. Ишь мне тут. Чмошники. Так, кстати, я хочу посмотреть... Что у меня есть от отравлений, какие шмотки? От отравлений, по-моему, один из лучших костюмов, это костюм оборванца, который мы в деревне еще взяли. Насколько я помню. Деяние оса. Да, этот придурок куда-то убежал. Мантия знахаря у меня лучше. А, ну одевайся. Ой, блин, чучело. Ну и веду. Нет, у меня еще лучше. Вот так вот. Так. Ты ж гомосексуалист. Леголаз, блядь. Серег, тебя что-то бомбит так полный это все. Полный леголаз. Не, я спокоен. Я так. Это, драматизму нагоняю, чтоб стрим не скучный был. Ну это так не стрим. Так-то мне насрать. О, так, ладно, подожди, я ж переоденусь. А то меня тут... Прикрой меня, Серег, если что, скажи. Хорошо. Там. А-а-а, мудилка, я его стрелами. Нет, меня не спрятаться, не скрыться. Ну что ты забегал, лошонок. Да-да-да-да-да-да-да. Ах ты, хуй тебе я буду тратить еще на тебя. Пидораса, кусок. Да чё ж ты так ругаешься, а? А чё, смешно. Вон он. Убегает от меня. А, он меня к этим, к пиявкам пытается подтянуть. Хер тебе. Чувак. Чувак. Ну давай махаться. Да. Он опять к тебе бежит. Алло. Ай! Ловил.
Пора съебывать, чувак. Пора бежать к мамочке. Ну давай. Ломись, да. Один раз бы ему поджопник бы ты дал бы магии и все. Ну как, я не достану, он сейчас грибит там. Ну тебе веду. Он что-то там лечится, наверное. Да наверняка, а у меня эстуса больше нет. Ну он слабый, он чмаратон абсолютный. Абсолютнейший слабак. Да. Если бы у меня было побольше эстусов, а не два в твоем мире, я бы его убил. Так, надо переодеться. У нас здесь в первую очередь отравление. Ну я вроде вот, он же меня и поймал, когда я тут переодевался. Что-то я не вижу. Серега, он тут. Ага. Ну что ты бегаешь, маленький, иди сюда. Я тебя зарежу. Слабак. Какой же ты слабак. Слабенький. Маленькая пуська. Боишься, да? Что у меня лаги такие? У меня что-то происходит. У меня жесткий диск, как сумасшедший там это. Ты шебуршится. Может я что-то включено? Бей-бей его! А я не могу, у меня осталось на один удар. Ну и все на это. Кина не будет. Погиб, так, галас. Ну чё, я считаю, сделать надо вот что, Серёг. Да. Отправить тебя домой? Да, пожалуй, что. Пойду я. Надо мне это... подлечиться. Ну чё, двоих неплохо начали. Да. Двоих фантомов. Ума до хрена не надо двоих, вдвоём месить. Ну та вот своего я убил один. Ну, базара нет. Может бы я этого тоже убил, но... имею право погордиться тут. Так, надо переодеваться. Ты сначала призыв поставь. А, ну да. То у меня будет здесь переодевание. Всё, сейчас. Яд 18, 31. Ну вот, да, это, собственно, шляпа на яд. Ну, враги здесь не очень сильные сами по себе. Ага. Ну там эти, они не сильные. Не сильные. Сейчас пойдем сходим. Есть тут мои любимцы, я в курсе абсолютно, конечно. Угу. Да, есть здесь рыцари, точно я вспомню. Они такие. Слабачки. Так, конечно, ты где есть? Ага. Так, конечно, ходить мне фантомом по миру, где яд травит, не самое простое дело. Здесь много блестяшек, нам надо собрать все. Так, в какую сторону сначала потопаем? Давай. Да, пофиг. У меня привычка вообще в играх ходить слева направо, можно по-другому. Ну пойдем слева направо, хорошо. Я думаю... да. Так, Серег, не ходи за мной. Будь на островках, дабы не травиться. Да, а чё, у меня такое же сопротивление хорошее, отравление. Я могу добегать там куда-то. Ну, будь на островках, я ж тебе говорю. Давай, просто в силу того, что... у тебя мало эстуса, давай я чуть-чуть зачищу локацию, а потом будем посмотреть. Вот это самый лучший вариант у нас. Вполне. Стрел, конечно, маловато. У меня как не получалось все на сдачу их купить, у меня хватало ровно на уровень вечно. Кстати, осколок эстуса это шикарно. Что-то у меня на кнопку Б
Б не прыгает. А ты в настройках посмотри, может сбилось. Не, не должно было. Все, просто не прожимается что-то кнопка Б. Ну, периодически надо бы. Его недавно хотя разбирали. Так, есть такое дело. Нам надо, насколько я помню, три костра потушить, да? Три огня, чтобы открылась дверь. Радужный камень. Сереж, я не спешу, я. О, фризы. У тебя есть фризы здесь такие вот на секунду? Нет, абсолютно все ровно работает. Ну блин, вот у меня. Точно, абсолютно все ровно. Даже не знаю почему. Вот, да. Все, я понял, о каких. Ты прям замирание. Сатык, да, да. Я сначала подумал, что это у меня сейчас на компьютере сейчас происходит. О! О май гад, вторгается. Все, кто-то вторгается? Да. Бегом назад. А почему я не вижу? О май гад, у меня вторжение написано. Как я прозевал этот момент. Его, честно говоря, знает. Но обычно не врет такая надпись. Да, я чувствую, Сережа, будут у нас здесь серии. Будут. Не по 30 минут. Будут. Да. Серьезные. Дерьмо начнется. Если мы дождемся его, конечно. Ну, не знаю. Где он? А, кстати, это локации завязаны. Это стоит, да? Да. Хорошо. Хорошо. Так, что мы можем здесь? Сейчас. Ладно, стой здесь пока. Посмотрю, что я здесь пропустил, может быть. Точно, мы пропустили вот этих двух тварей. Есть. Как у тебя дела там? Тишина? Нормально, тишина. О, вернулся домой дух, видел? Нет. Вот у меня так написано. Странно очень. Сейчас. Очень странно, действительно. Так, ты где, Серёг? Стою у входа, сейчас мне 5 секунд надо. Не, затыки все-таки присутствуют. Да, 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 да. Ну то, что тут было, это ад вообще. Да. Эть. Я лучше буду приходить. Ну чё, я к тебе бегу. Давай, давай. Я лучше к тебе буду приходить, а то он не даст нормально это. О, чёрт! Чего? Рыцарь! А, слушай, а ты куда усвист... А, вижу тебя. Ага. Где? Хороший, вон он. Здорово. Да. Смотри, они не станятся ударами.
Так. Ну давай, иди сюда. Ну вдвоем это просто смешно. Ну конечно, одному он не устроит, блин. Потерник. Как кардибалет, да. Так, ну давай. Двинем сюда. Мы пошли налево, да, с тобой? Ага. Тут я вроде подчистил чуть-чуть. Да, никого, ничего. Так. Давай наверх к первой печке. Давай, давай, почему нет? Тут вон эти хорошие бродят. Человека-грибы, как в Last of Us. Подожди, дай-ка, подожди. Я никуда пошел. Они легенькие. Хвать, ублюдок. Ты что там без меня делаешь, чувак? Бью грибы. Можно сказать, рублю грибы. Нарубишь, да? Ну вот печка чё. Сейчас все сделаем. Да, видок заставочка. У меня паскудный. Да, видок неприятный. Да. Так, одной. Одного костра нет. Еще два. Угу. Вот так. Ага. Так, я сейчас на 5 сек отойду, пока заставка идет. И подойду. Показывает строение, в которое нам нужно попасть. Черт, Серега. А, нет. Казалось, куда-то идет. Да, твари гнусные, конечно, тут. Гнилая смола. Так, отравление закончилось у нас. Ух-ух-ух-ух-ух. Так. Ништячки какие-то. Уголь знатока. Ах ты, сука! Ну это вообще капец, а. Фу ты, падла, а. Наверное, мне стоило послушать, что там он говорит. Thank you.
Так, я здесь. Серёга, я что-то просто не понял. Я пошел, смотрю, там, потушил костер, смотрю, ты зашевелился, пошел. Да, я... И я пошел, а помощи от тебя никакой. Надо было встать. Это не я пошел. Блин. Я смотрю, меня гасят. Не, мне там надо было ответить по работе. Может, еще понадобится. Поэтому я... Обязательно же именно в тот момент, когда что-то делаешь. Так, ну я поставил знак. Не, ну все-таки такие лаги, один, но крупный, лучше, чем того ада, который здесь был. Ну, то есть, вот то, что было в третьем, вернее, в первом Dark Souls, в глубинах. И после глубин, в помойной яме в этой... То же самое же было, да, там где вот отравление. Да. Ну, как бы локации с отравлениями, это вообще же, ну, такая вещь. Почему? Самые любимые у создателей явно. Да, помню я Demon's Souls, помню хорошо. Ну, в Bloodborne вспомни, целые болота в кошмаре меньше. Ну да, в общем-то. И тоже очень неприятное. Будь тут, я сагрю этого. Или хотя давай вот здесь порешим, чем мы будем бегать от него. Ой-ой. Я давай его ко мне сюда, я не могу сейчас перебежать туда. У меня прям совсем почти отравление набрано. Вот засранец. Опять. Все. Какой же молот сильный, прям отличная пуха. Вообще. Так, ладно, я сейчас свернусь. Не-не-не-не-не. В смысле ты свернешься? Не-не, да мне надо сейчас скайп ответить. Так ты играешь или не играешь? Сейчас, 5 секунд. 5 сек. На планшете скайп не войден. Сейчас, ладно, опять мне 5 сек нужно. Так. Ах ты, сука! Блин. Играю пока без Серёги. Чувствую пилюлей, я грибу. И не минуты покоя. И что? Все, я тут. Вырежем потом, ничего не поделаешь. Ну да. У меня тут тоже утворяют. Серьезные дети. Ну вот, к сожалению, же не малые дети. В школу сходил и больше никаких забот. Есть еще дела, которые приходят. О, да, слушай, вот эти вот поддрагивания весьма неприятные. Мне каждый раз прям кажется, что игра вывалится. Да,
Не очень, конечно. Да, сейчас я пытаюсь понять, где ты есть. Блин, я сам пытаюсь пошел. Понять. Да, да, да. Ой, вот это тогда, где деревья, жесть вообще. Да, где нельзя перекатываться, вот это все. Ой. Где двуручный меч. Какая ж гадость, а. Во, вижу, вижу, подцепился у меня тут. Так, не вижу опять. Похоже, меня замочат здесь. А ты пошел вдоль стеночки или куда? Наверх? Меня замочили. Ай, черт. Меня зажали в угол, собаки. Угу. Сейчас. Ай, зараза, а? Что-то, блин, не заладилось. А эта локация, она же очень сложная. Ну, такая она неприятная совсем. Ой, ничего не поделаешь. У тебя угли-то есть? Да. А, я что-то на выходе прям поставил метку. Вот в нашем мире у меня 7, а в твоем 3. Я надеялся, что будет все-таки в большую сторону половину как бы давать. Да. Фиг там. Ого, слышу уже Руби и Рубилова. Пойдем. Ага. Вот же, блин, 3 раза сдох здесь, сука. Поймал, да? Да что же он на меня? Я же его бэкстабил уже, это нечестно. Что ты за человек такой? Негативный какой. Да уж. Слишком много. Сукин сын. Вот зараза, два эстуса как с куста, а? На одном, да? Да. На одной вражине два эстуса сожрало. Косю. Так, ну пойдем за мной тогда. Да. Нам здесь тоже надо будет наверх подняться, активировать. Вот зараза! Ай! Да ну нахрен! Глянь, что творится, не говори. А? Глянь, мне башку чуть не оторвало. А вот видишь, он этот, заберсерканный. Какой-то, весь красным горит, они обычно очень сильные, когда так. Ой, заколебал. Вон мое пятно позора. А, давай. Все нахер, я тут спекся. Вот тут меня. Возвращайся сюда, давай. Давай, давай, давай. Я в угол, блядь, здесь они зажали и все. Блядь. Че случилось? Я застрял. Сука. Как ты кривое будешь? Говно, да, 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 не, я застрял там и, соответственно, не успел вовремя отскочить, чтобы. Так вот и меня ж там и замочили. Не травиться. А теперь, когда уже отравленный, можно бегать. Сильнее от этого не травишься. Да, 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 уже. Вон, пойдем, эстус есть там. Блин, тут столько всего еще, ё-моё. Да, да. Главное тебе не помирать. Я-то могу, если что, помереть и обратно. Да. Не проблема. Эстус, а ты ж хлебнуть его не можешь. Конечно, нет. Я думал, ты к себе идешь. Иди ты хоть ты хлебни. Да я-то хлебнул. Я могу только смотреть. И даже не вижу его. Да, хлебнул. Хлебнул. Дали дальше. Счастливый. Ну и как? Вкусно? Да вкусно, хорошо, все. Вон тех, кто бил,
Да конечно, я ж не пропускаю врагов. Не знаю, правда, как он на магию реагирует. Сейчас попробую. Есть. О, хорошо, что мы рядом с костром. Мы рядом с костром? А, не, мы в обратной стороне. Потому что я все, меня он уконтрапупил. Я видел. Зараза, вот гандон какой я, ну быстро просто. О, шлем рыцаря, доспехи рыцаря. Так, ладно, все прекрасно. Давай же, наверное, что тебе надо идти, да? О! Железный палец этот вторгается ко мне, Серег. Опять? Да. Серега, я не знаю, где ты, но я бегу к костру. Я не знаю, где этот долбанный костер. Я ничего не знаю в этой жизни. Беги, куда придется, чё же. Я не знаю, куда я бегу. Ой. Да уж. Блин, вот дерьмо, а ну дерьмо. Что случилось? Да не знаю, куда бежать, Серёга, бегу. Ну, вроде бы правильно бегу. Смотрю, да-да-да, вроде бы все. Заблудился. Всё. Ты поставил там на выходе? Поставил. Да-да-да, я рядом, я рядом. Вроде бы. Ой, капец, вот это у нас забеги. Не говори. Забегами ничего хорошего. А, я пока сейчас 5 секунд у костра. Все, я ж... А, ты... А, ничего, этот знак не пропадет. Все, я... Просто... Я уже рядом, давай, рядом. Давай. Блин. Я себе скайп сейчас на планшете сделаю для удобства. Наломал со злости зубочистка, блядь. Ура! Да, иди на туда же, откуда мы пришли, дабы не нарушать систему. Вот, конечно, чем хорошо в чужом мире, и не страшно помереть. Да, спокойно. Несомненно. Так, ну ты как бы меня видишь, не? Ну да, ты у меня так мелькаешь между деревьями. Все, жду тебя. Так. Так, сейчас мне надо остыть. В каком смысле? В смысле, чтобы откатилось это отравление. А то я дальше не смогу добежать, я прихвачу там. У меня у самого полжизни два эстуса. И как хочешь, так и крутись. Ох ты, черт, там тут... Блин. Ну ладно. Не помню, Заюш. У меня костюм этого, вот в котором мы бегали. Ага, сейчас посмотрю. Так, вон тебя вижу. Ой-ой. Я не просил такой подарок. Ну я извините уж, как могу. Ё-моё. Накликал беду, барин. Ё-моё. Сейчас, чуть-чуть осталось. Был. Нет, пока. Жив, курилка. Жив.
есть. Блядь, ну и геморная тварь, а? Фу, блин, а. Глянь, чё. Ой, ё-моё. Ну вот, опять один я с голой жопой. Так и я ж тоже. Один эстус и пол жизни. Жесть какая, а. Серег, ты где? Вижу, вижу, вижу. Но я как туда не рискую. Правильно. Мужчинай. Ой, блин. Ну почему на меня-то? Бей вон того! Ё-моё, прыжки мои. Ай, блять, в огонь залез. Жопы. Ой, беда. Все, у меня эстуса нет вообще. Что я могу тебе сказать? Ничего хорошего. У меня тоже нет. Ой, ты где? Да вот тут все лазю. Топаю вверх. Ничего себе! Этот обезьяна меня чуть не упорола. Какая нахрен обезьяна? Серег, ты где? Ты наверх пошел? Да? А мы же вроде решили активировать. Да, все, 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 я понял. Это я уже. Нормально, наверное, я живой. Черт. Ты там? Да, да, стою пока. А мне топать особо смысла нет, я это. Такой достаточно. Хреновый, да? Хреновый, да. Кстати, он костер впереди. Так, здесь ничего. Ничего. Везде ничего. И жизни ничего. Мох. Такс. Погасить пламя. Давайте погасим. Мне кажется, нам надо пробиться сейчас к костру, к этому, Серег, который рядом с нами сейчас. Да. Видимо, как ты на это смотришь? Видимо, да. Так, два зажгли, еще просили один, да? Да. Смотри, у нас здесь с тобой впереди костер. Надо как-то... Ку-ку. Подожди, дай-ка я попробую выманить одного. Ну, я... давай, по одному, а по одному мы убьем. Пробнем. Ух ты! Ого! Это сагрились. Да. Беда. Так, 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 так. Смотри, смотрим. Так, я его подставился нормально. Я тоже. Сейчас я попробую его вообще уронить вниз. Да. Все хорошо. Дяденька, ну ведите себя как-то. Так, покультурней, что ли? Говори. Так, вот мы добрались до костра. Счастье-то какое. Только для меня от этого ни горячо, ни холодно, если я... Ну, думаю... так, я думаю, мы от этого костра и попляшем дальше. Это было бы правильно. Ну, только надо это поподробнее, там, я-то в твоем мире не вижу, чтобы ты блестяшки не пропустил всякие. Не, все, мы еще подчистимся. Ладно, давай на этом серию закончим, а потом продолжим от этого костра. Да, да, давай. Всем спасибо, что были с